Так, вот мы тут по делам приехали, решили вот ночной тарас снять, вечерний. Вот тутовника сколько. Вот поливается как, водяной пар идет. Так, мы на перекрестке улиц Айтиева и Айтикиби. Вот в эту сторону гостиница «Жамбыл». Это Айтиева, ой, Айтикиби. В ту сторону у нас Домдес. Вот здесь вот такой у нас магазинчик, центр плова, или как он, с такими вот летниками. Кафе «Изюм». Изюм. Вот, пожалуйста. Перекусить можно через дорогу. Давайте посмотрим, что у нас там. Ну, через дорогу, чтобы сориентировать вас. Вот что здесь? Вот это, где все горит, это был базарчик 30 лет Победы. Сейчас вместо этого вот такой торг, ну, такое торговое здание, где есть продукты, где купить, и где есть с детьми поиграться и поразвлекаться. Паркинг, аптеки, здесь тоже все в торговом. Вот здесь у нас что, тоже какое-то помещение. Так, надо автомобиль закрыть, пока мы стоим. Заказали себе тоже курочку. Адал Чикен, кстати, хороший, качественно готовит. Нет-нет, заказываем так, для ленивого ужина. Вот, вот здесь был базарчик 30 лет Победы. Его снесли и поставили вот такое здание. Зашли в Иркан посмотреть, что купить, попить. Вот такой магазин с напитками. Цена на пепси, на колу 415 тенге. Это 0,5 340. Большой ассортимент виноводки. Много чая разновидностей. Ну и сладость, соответственно, кофе. Вот. Будем брать сладости. Возьмем немного конфет. Каких мы хотим взять? Вот этих? 1265 килограмм. Угу. Ну вот, кто может сориентироваться, сориентируйтесь по ценам. Вот такие у нас цены. Вот эти нам нравятся. Фундук. 4845. Почти 1000 рублей килограмм. Ну, вот такие крупы есть. Вот цены. 955, 1115 макфа, рис. Ну, можете тоже сравнить. Ну вот молочные продукты есть, йогурты и тому подобное. Колбаса всяко разная. Что это? Мясные сосиски. Вот ценник. Здесь вот такое. Караоке-бар. Мансард.
тут тоже такое здание большое. Так, ну идем в сторону магазина Дамдес. Ну дойдем, наверное. Мы все равно на 20 минут курицу заказали. 20 минут курица будет готовиться. Не курица, а крылышки и ножки. Жусан банк есть, пожалуйста. Так, здесь мы нырнем по тротуару. Истанбул магазин какой-то. Вот Жусан, вон там Дамдес. Сейчас к нему ближе подойдем. Ну вот здесь район Дамдес. Вот это дома такие. Опс. Зона парковки здесь. Здесь первый этаж, это полностью торговая. Модный шаг, вон подарок, еще что-то. Много магазинов. Weekend Kids вон какой-то. И вон надпись Дамдес. Кто видит, Саудовый торговый центр. Не торговый, а торговый дом. Вот Дамдес. Магазинчики какие-то. Что-то мадемуазель. Марсе. Вот Дамдес. Здесь, я так понял, уже торговая сеть Корзинка зашла. Вот продукты от Корзинки. Додо пицца есть. Это пиццерия для детей. Тоже хорошая, кстати. Качественная. Эльмира Гламур. Ну вот так, это Дамдес. Ну вот так, назад идем. Через Дамдес. Вот, пожалуйста. Сейчас будет там Жусан банк и Феркан, большой торговый дом. Ну так, а ну-ка посмотрим. Засветить, что ли, надо? Вот назад идем. Идем в сторону улицы Айтиева. И вот вышли с Феркан, с бывшего, так как говорится, базарчика 30 лет Победы, который был. Вышли вот, здесь паркинг такой у них. Идем к наш вот Адал Чикен получать нашу курицу. Я думаю, она уже готова. Вот такой нам номерок дают. Как он зазвенит, все, мы должны подходить к выдаче пункту, чтобы нам выдали. Вот он, Адал Чикен. Вот здесь мы взяли сегодня курицу.